Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о таких интересных вопросах, как кассационное обжалование приговора суда. И, конечно же, здесь нам прежде всего необходимо учитывать не только требования уголовно-процессуального законодательства, но также требования постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации номер 55 о судебном приговоре. И когда мы говорим об этом постановлении Пленума, то, конечно же, мы понимаем, что в нем разъяснены и конкретизированы те требования к судебному приговору по уголовному делу, которые являются тем или иным образом основаниями для кассационного обжалования. Итак, дорогие друзья, прежде всего хотелось бы выделить несколько основных элементов, по которым можно обжаловать приговор суда по уголовному делу. Итак, в кассационном порядке обычно обжалуются со стороны осужденного лица вследствие строгости назначенного наказания. И здесь мы должны обращать внимание на пункт 29 постановления Пленума, о котором я говорил, который у нас говорит о том, что наказание, которое отображается в резолютивной части обвинительного приговора, должно быть изложено таким образом, чтобы не возникало сомнений в неясности при его исполнении. И, конечно же, при назначении того или иного наказания судом должны учитываться, во-первых, все обстоятельства дела, которые свидетельствуют о той или иной степени общественной опасности совершенного преступления, должны учитываться все отягчающие и смягчающие вину обстоятельства, а это не всегда судом делается. И, конечно же, дорогие друзья, должна учитываться личность осужденного. И вот здесь очень часто суды допускают ошибки, назначая чрезмерно суровое наказание, не учитывая наличие смягчающих обстоятельств. Вот это наиболее частое встречающееся нарушение, во всяком случае, в моей практике, когда те или иные обстоятельства судом не учитывались как смягчающие, а учет этих обстоятельств как смягчающих позволил бы назначить более мягкое наказание осужденному лицу по сравнению с тем, которое было ему назначено. Также зачастую учитываются в качестве отягчающих обстоятельств те обстоятельства, которые не должны были таким образом учитываться. А это именно зачастую учет тех отягчающих обстоятельств, которые являются квалифицирующими признаками того или иного преступления. А как нам поясняет Верховный суд в своих разъяснениях, это является категорически недопустимым. Соответствующим образом, помимо того, что не учитываются все смягчающие обстоятельства, либо учитываются отягчающие обстоятельства сверхнормативно, зачастую складывается такая ситуация, когда принимаются во внимание обстоятельства, которые приниматься судом не должны. Так, в соответствии с пленумом Верховного суда, у нас не должно лицо, которое привлекалось ранее к уголовной ответственности, но судимость, в отношении которого снята или погашена, не может такое лицо признаваться ранее судимым. То есть судимость снята и погашена. Все это обнуляет все отношения по привлечению к ответственности, и таким образом это лицо является несудимым. А зачастую суд, говоря о том, что может быть даже в вводной части указывает о том, что лицо несудимо, но тем не менее зачастую в мотивировке говорит о том, что ранее привлекался к уголовной ответственности. Это является недопустимым. При этом одной из наиболее характерных ошибок при назначении наказания является то, что судом не учитывается личность осужденного, то есть то, что он положительным образом характеризуется, вел очень правильный образ жизни, то, что он положительно характеризуется по месту работы, по месту жительства, ранее не привлекался к уголовной ответственности и к другим видам ответственности. То есть личность
учет личности осужденного, он всегда способствует индивидуализации назначенного наказания. То есть наказание не может назначаться механически, автоматическим образом. Поэтому, дорогие друзья, вот это учитывайте, если считаете, что наказание было слишком строгим. Соответствующим образом необходимо принимать меры к его смягчению, обжаловать приговор. Очень часто ставится вопрос со стороны осужденных лиц, со стороны их родственников, которые и хотели бы смягчить назначенное судом наказание, но говорят о том, что а не повлечет ли подача в той или иной степени кассационной жалобы на приговор суда ухудшение положения осужденного, не назначит ли суд более строгое наказание. Дорогие друзья, должен вам заметить, что при подаче кассационной жалобы на строгость назначенного наказания и с просьбой смягчить назначенное наказание, конечно же, суд будет рассматривать эту жалобу только в пределах заявленных требований. И суд не может самостоятельно выйти за пределы рассмотрения кассационной жалобы и решать вопрос о строгости или о мягкости наказания, если об этом не ставился вопрос непосредственно в том или ином виде в кассационной жалобе. Поэтому самостоятельно ухудшить положение осужденного и направить дело, к примеру, на новое рассмотрение с указанием решить вопрос об увеличении срока и так далее, суд кассационной инстанции не может. Но вместе с тем, дорогие друзья, не стоит забывать, что может быть ухудшено положение осужденного вследствие признания мягкости назначенного наказания либо по жалобе потерпевшего, либо потерпевших лиц, либо по представлению, кассационному представлению прокурора. Но и здесь действуют ограничения, и тоже нельзя механически говорить о том, что если вы подали кассационную жалобу, то с целью смягчить наказание, что будет автоматически ставиться вопрос прокурором об ухудшении. Это далеко не так. Для того, чтобы прогнозировать поведение прокурора, да, здесь, конечно, я рекомендую несколько путей. Либо обратиться на личный прием к прокурору, но процессуальную позицию свою разъяснять прокурор не обязан никому, поэтому здесь может быть самый разный результат. Но прогнозировать поведение прокурора в той или иной процессуальной ситуации позволяет, во-первых, его позиция на стадии рассмотрения непосредственно уголовного дела в суде первой инстанции, то есть то, о чем просил прокурор, какое просил наказание назначить он суд первой инстанции. Также можно прогнозировать поведение прокурора в кассационной инстанции, исходя из его позиции в апелляционной инстанции, то есть подавал ли он апелляционное представление на мягкость назначенного наказания, либо наоборот на строгость назначенного наказания, либо ставил иные вопросы о пересмотре состоявшегося судебного решения в виде приговора и так далее. Точно так же прогнозируется и поведение потерпевших. Конечно, если они, к примеру, ставили вопрос об усилении ответственности в приговоре еще на стадии апелляционного рассмотрения, то если такие их требования не были удовлетворены, очень высока вероятность, что они будут говорить об этом в кассационной инстанции. Но тогда тем более со стороны осужденного, его защитников, родственников необходимо предпринять меры для того, чтобы обосновать необходимость назначения более мягкого наказания в противовес позиции, к примеру, потерпевших или в противовес к позиции прокурора. То есть об этом тоже необходимо помнить. Но, дорогие друзья, помимо вот этих обстоятельств, о которых мы с вами поговорили, конечно же, дорогие друзья, необходимо помнить о том, что для назначения наказания играет роль не только степень тяжести совершенного преступления и не только санкция статьи, личность, отягчающие, смягчающие обстоятельства. Также очень существенную роль играет, извиняюсь за тавтологию, та роль, которую исполнял непосредственно осужденный при совершении того или иного преступления. И понятное дело, что преступление
которые совершены не одним человеком, а с распределением ролей, они представляют большую общественную опасность вследствие того, что преступление носило не спонтанный, а запланированный характер. Это говорит уже об определенной преступной направленности людей, которые его совершили и так далее. Но при этом, даже в таких групповых преступлениях всегда необходимо учитывать ту или иную роль, которую исполнял осужденный по делу. То есть был он активным участником, исполнителем, либо был на второстепенных ролях, был ли он осведомлен об общем преступном умысле или имел место эксцесс исполнителя при совершении тех или иных тяжких или особо тяжких преступлениях. То есть вот эти моменты тоже в обязательном порядке необходимо учитывать. И если роль осужденного в совершении того или иного преступления была незначительной, даже при совершении каких-то тяжких или особо тяжких преступлениях, то необходимо на это указывать. И в дальнейшем, дорогие друзья, я прошу вас учитывать, что при совершении таких преступлений, которые совершены преступной группой или по предварительному сговору группы лиц, или в составе банды и так далее, то есть как бы такие сложные структурированные преступления, в них зачастую выявлялись случаи оговора. То есть, когда те или иные участники либо преступного сообщества, либо группы лиц, которые совершали преступления, они шли на оговор того или иного лица, либо исходя из каких-то меркантильных соображений во взаимодействии с правоохранительными органами, либо для того, чтобы снять с себя ответственность в тех или иных деяниях и так далее. То есть здесь, как говорится, бывают и такие случаи, случаи оговора. Их тоже необходимо учитывать и устанавливать истинную роль осужденного в тех или иных действиях и деяниях и соответствующим образом оценивать назначенную ему меру наказания. И, дорогие друзья, этот разговор у нас, он не окончен, мы продолжим его в следующих роликах. Сегодня мы поговорили о кассационной жалобе на приговор в связи с тяжестью назначенного наказания, но возможны и обратные действия, когда, к примеру, потерпевший или прокурор приносит свое представление на мягкость назначенного наказания. Об основаниях этого и так далее мы поговорим в следующих роликах. Дорогие друзья, если вам необходима помощь в составлении апелляций, кассаций на приговоры, жалоб и так далее, обращайтесь, всегда с удовольствием поможем. Удачи вам в ваших делах, счастливо!